Оркестр народных инструментов имя Иванова поспехово выступил в Москве на интернациональном гала-концерте. Доброчинную международную акцию организовал Российский фонд мира. Могилевские музыканты амаль увесь концерт аккомпанировали сусветно вядомым артистам. Композитор Яуген Дога свой знакомитый твор «Вальс» с кинофильма «Мой ласковый пешотный зверь» выкинул под аккомпанемент Оркестра народных инструментов имя Иванова. Могилевские артисты так само выступили разом с солисткой Королевского оперного театра Италии Аленой Аюшеевой, китайским балалаечником Сяо Оу и иншими вядомыми выконавцами. В течение полутора часов мы исполняли собственное произведение, и мы аккомпанировали ведущим солистам, композиторам. Нам было приятно в конце концерта, когда к нам подходили и говорили: «Какие же вы, белорусы, молодцы! Как вы здорово все делаете!» Поэтому вот это и есть пример народной дипломатии, который поддерживает престиж нашей страны на международном уровне. На сцене одного из буйнейших у свете филармоничных комплексов Светлановской залы Москвы гучали песни разных народов. Подея промеркована до 55-годия Российского фонда мира, и могилевские музыканты были жаданными выконавцами. Это всегда праздник. Праздник не только для белорусской диаспоры Москвы и России. Это праздник для москвичей. Праздник для тех, кто пришел насладиться великолепным искусством. И то, что показывают наши замечательные земляки из Могилева, оркестр народных инструментов, вот это просто фантастика. Оркестр народных инструментов имя Иванова – традиционный гость на московских пляцовках первой величины. Аматоры мастерства заушты тепло сустракают артистов Могилевской филармонии. Татьяна Сергійчук, Александр Тарасов, «Новини региона».